спасибо! Мне понравилась фишка Жан-Клод Ван Дам в конце. Фишка Ван Дам, она беспроигрышная. Вообще, я вот сколько веду мероприятия, и если приезжает Серега на батл, то я не могу просто не хохотать, потому что такой поддержки для своих учеников я больше ни у кого не видел. Вы обращали внимание, нет? Я прошу вас пошуметь Сереге. Серега, да, я даже не знаю, у меня в голове нарисовалась такая картинка. Димон, давай вырубим нафиг вообще музон, спасибо. Вот, у меня в голове нарисовалась такая картинка. Когда Серега встает утром и везет детей на батл, он варит 5 литров кофе, выпивает все залпом, приезжает и так поддерживает своих детей так громко, что, мне кажется, дети просто боятся налажать. И получается, собственно, как бы да, что бьются они крепко, не на жизнь, а на смерть, по сути. Ну что ж, битва отгремела, кто проходит дальше? Это раз, это два и это три! С перевесом в один голос! Дальше у нас идет Тимур. Спасибо большое, Сева. Кайф.